Столичная полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием дорогой иномарки. Спортивная модель Porsche на огромной скорости врезалась в столб. Авария произошла в самом центре Москвы, на Большой Якиманке, в 7:20 утра. В машине находились два человека, оба скончались на месте. За рулем, как сообщило агентство «Интерфакс», был сын погибшего 6 лет назад в авиакатастрофе губернатора Иркутской области Игоря Есиповского. По предварительным данным, Игорь Есиповский-младший грубо нарушил скоростной режим и не справился с управлением. Удар был такой силы, что Porsche разорвало на две части, а тела обнаружили в десятках метрах от места аварии на мокрой от ливня дороге.